Всем привет, ребята! Сегодня мы будем вспоминать ностальгию, очень страшную игру в Роблоксе. Сейчас я вам покажу. Вы, наверное, можете обкекаться, если в эту игру поиграете. Вот, ребята, вот эта карта. Она может сломать вам психику. Она страшная, правда, я с вами соглашусь. Попробуйте в нее сыграть обязательно. Вот, ребята, сейчас заберем тикет. Вот этот дурдом, музыка играет. Игра была создана в 2009 году, вроде. Вот, ребята, тикет. Больше они не будут дарить нам бесплатные вещи. Но, это не так уж плохо. Вот фотография кошки, чтобы благодарить вас. Ну, ребят, да, это, наверное, тикет. Холодная голова, пожалуйста, возьмите геймпад, чтобы моя голова не остыла. Все. Тут есть тайник, ребята. Вот он. В общем, это, ребята, тупо дурдом. Ребят, сейчас мы будем бежать. Очень странная карта. Зачем ее создали? Без понятия. Очень странная игра. Так. Тестовая камера. Так. Так, что-то очень странное. Пробуем нажать. Это нас куда-то перекинет. Короче, тело взорвались. Они взорвались. Они сдохли. Что это? Спасите. В общем-то, я сдох. Сейчас мы зайдем в хаос. Давайте зайдем в парке. Так, ребята, что это такое? Очень странное место, ребят. Попробуем сюда войти, ребят. Так, что это у нас такое? Давайте возьмем эту шапочку. Так. Так, что происходит? Чувак, ты добрый или плохой? Партия чемпионов. Давайте возьмем тортик. Что-то странное, ребят, началось.
Так, они нас скинули куда-то. Что за глаза такие странные плавают? Это жанр игры вроде хоррор, как я не ошибаюсь. Капец, ребята, спасите! Спасите, он же рядом! Сдох, ребят. Давайте войдем вон сюда, куда мы не проходили. Давайте вот пробуем сюда войти. Короче, это странная очень игра. Крестик указывает, но мы пойдем все равно. Так, ребят. Смотрите, там текстурки. Так, что это, ребят, у нас такое? Какой-то заброшенный лес. Это, наверное, концовка такая. Ну, в принципе, ребята, карта была какая-то очень странная. Советую вам в нее поиграть. Конечно, если вы захотите. А с вами был Беврик 459 YouTube. И всем пока.